Книга «Открытым оком», том 15, вопрос 2936, тема «Церковь». Если верить житиям святых, то в момент принятия христианства на Руси ничего лучшего монашествующие Византии, где отравляли друг друга православные цари, ничего уже и не было на земле. Выбирать-то и не из чего было. А как же слова Христа о непобедимости церкви вратами адовыми? Отвечает Игнатий Тихонович Лапс. Выходит, что так и было, но церковь, она может сохраняться всего лишь в отдельных душах. А вот про это мы не знаем, где были истинно верующие, подлинно возрожденные люди. Послание к римлянам, 11 глава, 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Были всегда тайные ученики Христа, об этом читаем в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 38 стих. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев. Послание к евреям, 11 глава, 38 стих. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Свет истины, пречистый Иисус, в величии своем неизреченный, к тебе взываю и тебе молюсь. Царь бытия, мой свет благословенный, мой стон невнятный, вопль истошный мой, преобразив свое святое слово, и с этой нашей общей мольбой предстань перед Творцом всего живого. Принял ты облик наш, чтобы нас спасти, принял за нас проклятие и распятие, простишь мой грех и на моем пути, не обдели своей благодатью. Ты грех наш искупил, преобразясь по нашему подобию достославный, днесь укрепи меня, со мной склонясь, пред тем, кому один лишь ты все равны. Христос, во имя ран твоих святых, умилостив Отца всея вселенной, да распадется мрак скорбей моих, забудется мой долг, мой грех презренный. Пусть за мои деяния приговор по воле Вседержителя смягчится, пусть червь меня не точит с этих пор, пусть наш зубовный скрежет прекратится, и да иссякнут слезы наших глаз, исчезнет тьма и ужас отдалится, и сгинет все, пытающее нас, огонь карающий да истощится. Григор Нарекоцы.